Да, ребята, продолжаем играть мы в Oblivion. И знаете что? Мы в таверне. Я, ну, максимально не помню ничего вообще. Максимально. Значит, я сейчас в Бравиле. У меня вот есть здесь задание, да? Какое-то в таверне дурное знамение. Вот, наверное, это она, да? Муж Урсаны Лок. Если я хочу помочь найти Урсану, узнать ее подробности. Нет, не она. Ну, как раз в Бравиле есть это задание. И раз я тут, я думаю, самое оно им и заняться. Да, я не поставил моды новые. Как вы видите. Ну, как бы оно и... Ладно, нам тут контакт темпа пока на 500 тысяч лет. Судя по тому, как мы играем. Так, я хочу посмотреть на вещи наши. Значит, реально, бритва Мируноса, лук ледяного Вирма у нас есть, да, мы брали. И клинок горя еще. Лук огня, посох бури. Как много всего прикольного. Серебряная стрела, стальная стрела. Я сейчас железной стрелой все пользуюсь. Так, у меня капюшон Мороктон. У меня весь комплект Мороктон к убийце. Гильдии убийц. Ну, гильдии Мороктон, окей. Обычное кольцо теней, кольцом гадюки. Ладно. Сейчас еще надо вспомнить, как это делается все. Ага, на Е. Есть 7 отмычек. Отлично. Забираем, забираем. Это все надо будет продавать. Так, мне надо понять, как убирать оружие. А я пока понял только, как юзать магию. Кто напомнит мне, как убирать оружие? Зажми R. Все, хорошо, что? Спасибо. Говорят, Икариус опять взялась за географию в это время. Так, ладно. Короче говоря. Короче говоря, Oblivion, ребята. Ваш темный слуга выполнил свое черное дело. Еще одна душа принадлежит теперь Ситису. Ваша дурная слава взросла на одну единицу. Хорошо. Здесь у нас пропала женщина. Да? Не женщина, муж. Алерон, муж Урсаны Лок. Я хочу поговорить с Урсаной и узнать у нее подробности. Я не знаю, какие у нас были планы до этого. Без понятия. Но как мы сейчас... Хорошо. А ты? Что это за болтовня? Похоже, настали суровые времена. Но мы сейчас с вами займемся именно этим заданием. Еще увидимся. До свидания. Как поживаешь? Я вижу жизнь. Что ты хочешь, пепельная шкура? Багрум, привет. Да я, по сути, ничего не хочу. В Бравил пойдем. Ребята, скажите, пожалуйста, как по звуку? Сад, отлично, они у Никиты в Хорватии живут и работают. Oblivion нет, у нас не ванильный. Все со звуком хорошо? Замечательно. Какой у нас типок. Классный. Ладно, можно пробежаться, я думаю. Подай монетку инвалиду. Отвали от меня. Мне ничего не нужно. Бравильский собор. Слушайте, я здесь... я, по-моему, в него и должен войти. Великий Часовный Мары. Давайте зайдем.
Праведные просят милости девяти. Да, она здесь, ты посмотри. Как поживаешь? О, лама, все хорошо. Вот она, Урсана Лок. Прошу прощения, что беспокою тебя, но мне нужна помощь, и я не знаю, что делать. Мой муж, Алерон, пропал. На самом деле, это я тебя беспокою, и я хочу тебе помочь. Алерон Лок, расскажи. Все это началось, когда Алерон выжил из ума и начал играть. Он ходил на арену каждую неделю и тратил наши с таким трудом заработанные деньги. Я просила его остановиться, но он не слушал. Он был уверен, что может выиграть для нас состояние, и мы переедем куда-нибудь в более приятное место. Спустя некоторое время Алерон начал проигрывать. Ему пришлось занимать деньги у ростовщика, чтобы покрыть свои потери и делать новые ставки. Ясно, что это не сработало. Все закончилось тем, что он задолжал около 500 золотых. Нам никогда не собрать такие деньги, чтобы расплатиться. А что случилось с Алероном? Вчера ростовщик Курдан Градрагол передал моему мужу, чтобы тот встретился с ним на постоялом дворе «Одинокий странник». Оттуда он не вернулся. Я опасаюсь за его жизнь. Курдан никогда не отличался особым терпением. Пожалуйста, я не богата, но отдам все, чтобы опять увидеть Алерона. Я помогу тебе, безусловно. Ты поможешь? Ох... Спасибо тебе. Пожалуйста, будь осторожнее. Я не хочу, чтобы тебе в результате этого был причинен какой-нибудь вред. Какая замечательная женщина, Урсана Лок. Прощай. Найдем твоего непутевого мужа. Подобные события испытывают. Так. Пятюни полетели. Хорошо. Не злоупотребляйте этим делом. Давайте немножко в атмосфере побудем, хорошо? Та-та-та-та-там. На постоялый двор же мне нужно. Это же где-то здесь же в городе. Все верно. Нужно поговорить с ростовщиком. И он здесь. Да, постоялый двор, одинокий странник. Это же где мы и были, собственно. Джента. Что на это? Багрум Грогалош, это не ты? Добрый день. Как дела? Он наверху, что ли? Да, похоже, да. Вот он, Курдан Гродрагол. Да? Что тебе нужно? Поговорить про Алерона Лока. Это не твое дело, черт побери. Я бы еще мог сказать это приятелю, но ты мне не нравишься. Давай я тебе говори, понравлюсь. Говори, если есть что. Я просто тебя подкуплю. Превосходно! Спасибо! А теперь рассказывай. Может, я знаю его, может, нет. Но если тебе это так интересно, я знаю кое-что, что может освежить мою память. И что это? Я только что узнал, что моя фамильная ценность... Топор Драгола, потерянный моим тупым родичем, находится на острове Форт Гриф в Небинейской бухте. Мой источник говорит, что он спрятан в главной крепости в центре. Не знаю, кто охраняет его, но я уверен, что ты с этим справишься. Если ты отправишься туда и принесешь его мне, я скажу тебе точно, где находится Алерон. А если я не верну его? Тогда Алерон может не возвращаться домой из своего путешествия очень долгое время. Например, никогда. Когда соберешься, а лучше пусть это будет поскорее, знай, у меня есть лодка, которая ждет тебя, чтобы доставить к острову Форта Гриф. Хм. Да, это секира, на рукояти которой выгравировано слово «Драгол» огромное. Ты не пропустишь ее. Я не собираюсь рисовать тебе картинки. Тебе нужно отправляться на поиски. Все говорим об убийстве императора. У нас нет императора и нет нас. Что ж, как будто бы... Как будто бы какой-то развод.
А что с ним опять? Пора ли покататься? Да, давай. Отлично. Лодка ждет тебя у пристани рядом с магической лавкой. А теперь убирайся с глаз моих. Блин, если честно, хочется ему лещей насовать, чтобы... Радуйся, что я не заставляю тебя плавать. Фига он оборзел. Жестко. Ты. Да, это я. И что? Давай быстрее. Окей. Оставь меня в покое. Итак... Не забываем сохраняться. И проверим еще F5. Сейчас. Да, работает. Вот эта лодка, судя по всему. Да, так и есть. Отправляемся в на какой-то остров в Небинейской бухте. Искать его секиру. Сейчас на облу появился вулкан Рендер. Говорят, производительность неплохо повышает. Как на деле, хз, не проверял. Интересно. Можно будет попробовать, кстати. Это ты? Давай быстрее, да. Охотники и дичь, я близ форта Гриф. Пора отправляться в разрушенную крепость и начинать поиски топора. Да. У, все так. А где это на карте? Ну, это прям рядом. Форт Гриф. Та самая странная дверь. Но мы туда заходили как раз. Слушайте, а мы же реально туда заходили. Сообщил, что все, кто вошел в странные врата и вышел обратно, потерял рассудок. А может, мне надо поговорить с этим типом? Потому что мы же туда заходили, мы как раз... Бритву Мирунес забрали. Шагара там как раз была миссия. Или... А, нет, подожди, или не... Или это не оно? Или я путаю? У меня, по-моему, знаете что? У меня, по-моему, связались воспоминания со Скайримом, который мы с вами на платину ходили. В промежутке. Я активировал ворота Форт Гриф. Так, ну хорошо. Безобидный какой-то тип. О, нет. А, так это Алерон. Похоже, Курдан обманул еще одну доверчивую душу своей сказкой о топоре. Ах, гад какой, а. Топор Драгола. Ты еще не понимаешь? Никогда не было никакого топора Драгола. Это всего лишь хитрость, чтобы заманить тебя сюда. Я попался на ту же удочку. Он сказал мне, что если я найду его топор, он простит мне мои долги. Я был таким идиотом, что поверил ему. Ты теперь жертва в безумной охоте Курдана, как и я. И здесь мы, скорее всего, погибнем. Охота? Охота на людей? Курдан заработал большую часть своих денег отнюдь не ростовщичеством. Он изобрел так называемый бег-охотник. Некоторые платят ему большие деньги, чтобы поохотиться на живого человека. Лишних вопросов никто не задает, и он избавляется от тел. Он использует темницы форта Гриф в качестве охотничьих угодий. Я был привезен сюда, потому что он знал, что меня станут искать. Мне очень жаль, что я впутал тебя в это дело. Надеюсь, ты умеешь сражаться. Это наш единственный шанс выбраться отсюда живыми. Дружище, даже не представляешь, кто я. Боюсь, что охотники тоже. Они обалдеют, когда узнают, кто на самом деле жертва. А еще у меня есть лодка здесь неподалеку. Забудь об этом. Дверь сюда теперь заперта. Единственный способ выбраться отсюда – спуститься в бег охотника и убить охотников. У одного из них есть ключ от этой двери. Таковы правила Курдана. Только так мы можем победить. Я хотел бы чем-нибудь помочь, но я не умею сражаться. Я никогда не держал в руках оружие. Пожалуйста, вызволи нас отсюда. Так, а что, топора точно нет? Уловка.
Интересно, сколько народа погибло, купившись на нее? Не знаю, на походе. Я не богатый человек, но если мы выберемся отсюда живыми, я сделаю все, чтобы отблагодарить тебя. Так, ладно. Урдан вероломен. Помни об этом, друг. Угу. Короче, железный длинный меч. И железный щит. Ну что, пойдем проверим. Действительно ли дверь закрыта? И да, она действительно закрыта. А прикинь, я был бы маг с призывом, призвал бы и сказал, иди открой. И все. Или телекинезом. Помню, закончил на острове из дополнения и понял, что поперся туда рано. Вот как раз вот этот телепорт, да, на остров из дополнения. Да, я говорю, я перепутал, короче говоря... Постарайся вытащить нас отсюда. Перепутал встречу Шагарата из Скайрима. Это там бритва Мирнуса дается. Шагаратом. Так, и нам получается, что сюда, что ли? Бег охотника, старая деревянная дверь. А что если осмотреться? Ты же наверняка это делал, да? Неужели здесь нету другого пути никакого? Ну, пути другого нету, но зато здесь есть сундук. Сложный сундук, как мы и любим. Боюсь, там тоже бритва не дается Шагаратам. А, господи, там Вабаджек. Боже, что-то я вообще все перепутал. Там Вабаджек. Все верно. Почему я так был уверен, что Мирунос, бритва Мирунуса другого бога Даэдра дается... другим богом. Что за бред? Извините меня, пожалуйста. Прям очень много тесс в голове все перемешалось, да. Вино изгнания теней, между прочим. Две бутылочки. Кстати, это очень хорошо. Мне нужно сколько? 5? Где-то здесь было задание. Я не вижу. А вот. Вино изгнания теней. А, 6 бутылок. Нужно 6 бутылок, а у меня 2 только. Ну хорошо. Не только 2, а уже целые 2 бутылки. Хорошо. Это замечательно. 2 бутылки, это замечательно. Слушайте, а вот ну просто ради интереса, го попробуем. Свитки головного мозга, да, это реально так и называется. Прикинь, получилось бы. Вот ему бы наступить на пиксель, с которого можно прыгнуть оттуда. По сути, но здесь перекарабкаться вообще должно быть легче простого. Ну, нет. О, мы тем более акробатику повысим. Все, я готов. Это боевой клич был. Ты здесь спишь, да? Ладно, дружище, будь здесь, скоро вернусь. Да, что-то я это... с Мирунасом, конечно.
дал маху. Акробат-мастер может прыгать, отталкиваясь от поверхности воды. А-а-а. А, так, да? Иллюзия навык повышен. Замечательно. Нужен ключ. Ну, это, наверное, убьем охотников и здесь выйдем как раз. Перец охотник, да? О, эльфийская кираса. Кайфово. Первый ключ от бега охотника. И сильное зелье лечения. Здорово. И эбонитовый короткий меч. Ты посмотри, какой у тебя пресс. Ой, дружище. Вас обманули, и вы даже... Вы даже этого не поняли. Но, кстати говоря, и тот, кто обманывал, тоже этого не понял. Так что можешь сильно не расстраиваться. Эбонитовый короткий меч имеет урон 20 единиц. Нет, 11. 11. Клинок горя 4, но он же еще и зачарованный, правильно? Здесь вот 10. И, да, дейдрическое знание при ударе, разрушение доспехов 10 единиц на 5 секунд при ударе. Ну, эбонитовый стоит классно, 1400. А весит, правда, много, 20 единиц. А сколько весят эльфийская кираса и все? Ну, они легкие. Они легкие. Не сильнее, чем наши доспехи по первоначальным показателям. Но наши, опять же, зачарованные. Так-то. Наши, опять же, зачарованные. Вот, я думаю, эльфийские сапоги мы с вами выкинем. Эльфийские поножи тоже. От кирасу и эбонитовый короткий меч я потаскаю, я их продам. Будем брать кирасу и мечи. Окей. Манса заканчивается. Давай восстанавливайся, родной. Не видно ни черта. Все время поворачиваю направо. Так, вернее. Латунное кольцо какое-то. Да, неплохо. Не знаю, правда, зачем мясо крыс соберу. Ну ладно. Сперва раздел, а потом бросил половину ичи. Ну. Ну так, я как бы взял на пробу, посмотрел, убедился, что оно того не стоит, и выбросил. Так, ну спуск, очевидно, я нашел. Здесь что? Вот эти части, да, не посмотрели. Пошел, повернул направо, направо. А, я то есть вот это все просто не посмотрел. Все правильно, идем. Я, если что, могу не краситься, потому что надо мной прямо... Ау! Ни хрена себе.
Что это? А-а-а. Надо мной прям светится огонь. Поэтому ничего страшного. Так, 4 у меня. Это 3 хилка. Хилка слабая почему-то. Давай, восстанавливайся. Интересно, конечно, посмотреть, что там под водой. Но я не вижу варианта подняться. Но я прыгну. У меня есть заклинание дыхания под водой, по-моему. Или что такое? Но в любом случае, я еще могу уходить по воде. Прям сильно понадобится. Да, такое ощущение, как будто бы прям понадобится. Включился на всякий случай. Ну пойдем посмотрим, что тут, ладно. Эбонитовое кольцо. Да-да-да, спасибо. Получается, мне эти ловушки не страшны? Уже порвали. Ну что такое? А что такое? Да? Я не скажу, что. Эбонитовый длинный меч, ух, весит 44. Эльфийский щит. Второй ключ, золото, железная стрела. Слабое зелье лечение. Зеленая суконная одежда, нет. Мифриловый шлем, так, эльфийская кераса. Это мы забираем, а вот мифриловый шлем нет. Не забираю. Трешечка и лечимся. Норм, графон, куча модов, наверное, да, немало. Надо смотреть, кстати, но длинный меч наверняка тоже дорогой, раз этот раз обычный, короткий, одноручный меч дорогой, значит и этот дорогой. У меня 100 единиц еще веса есть, я, конечно, могу таскать, но не хотелось бы прям перевесов каких-нибудь диких. А, короткий меч 1400, а длинный 1700. Ну, кстати, если мы найдем еще один короткий, то можно будет вот этот выкинуть.
Хотя в целом хватает пока места. В целом пока хватает места. Надо будет не забыть про то, что лук ледяного вирма заряжать нужно. Ну, как бы, как и все остальные предметы вещи. Но у меня, по-моему, не с чем заряжать-то. Нет, есть. Брикомер у нас заряжу. Так, вопрос. Что мы с вами делали насчет душ? Как мы их брали-то? Активный эффект, понятно. У нас есть вызов скелета. Это не то. Как захватывать душ? У нас есть что-то на душе? Страж предков. Вот кого я юзаю. Что я юзаю, точнее. Ловушка душ тут была? А, ну да, была. Захват душ на 20 секунд при касании. Вот это надо использовать. Так. Как мы делали ее? А как мы ее, как ее в избранное добавлять? Цифру зажать в инвентаре. Так, хорошо. Вместо вот этого нужно поставить свет. Или юзать тебя. Ладно, буду юзать. Пойдем, родной. А он не идет, да, он остается. Понял. Он еще и на 60 секунд остается. Короче, потратил его. Ключи от бега охотника открыли дверь. Вижу. Но... Вас-то я не хочу на вас тратить. Свои камушки, их не так, чтобы много у меня. Потрясающе, спасибо.
Так, ну где же вы, охотники? А вон он, вон они ходят. Орк, охотник Курдана. Навыка слишком низок. Мне удалось справиться с охотниками. Нужно взять с тела орка-охотника ключ от двери крепости форта Гриф. Их не так много было, смотри. Ключ от двери крепости форта Гриф у меня. Нужно вернуться за Алероном и выбраться с этого острова. Да, получается, у меня было очень мало. Я перегружен. Сейчас буду решать, что брать, что не брать. Итак, значит, эбонитовая кераса весит 52 единицы. Очень-очень много. Эбонитовые поножи, эбонитовые сапоги. Выкинуть 31. Или выкинуть мелочи. Так. Эбонитовые сапоги. И 26. Этого будет мало. 1200 уберется. 26 за 1200. Или 31 за 1000. Ну, что-то еще по-любому надо будет выбрасывать. Куда мы без... А, не могу выпить? Блин. Хотел сказать, куда мы без вина? Все равно перегружен. Я могу использовать перышко и не выбрасывать ничего. Но мне западло будет, честно. Я лучше сердельского бренди бахну. У меня будет прям совсем все плохо. Я подожду час. Просто с горя набухался. Подождал час. Этого все равно мало. Выпил еще хилочку и типа норм. Пойдет. А, пофиг, останься. Останем здесь.
Так, ладно. Глупо, на самом деле, то, что они вот здесь стояли все и ожидали чего-то, да? Слушайте, а может быть... погоди, а может быть мне нафиг не нужны кости вот это вот? Чё я там брал? Вот кости... Зачем они мне нужны? Но на пятюню я там ничего не возьму, так что... Ладно. Зачем я брал кости, не знаю. Но прям очень хотел фармить, видимо, да? Так, мне почему-то кажется, что я здесь еще что-то могу взять. Вот, пожалуйста. Золото, стрела, стрела, энтропия какая-то. Ну, будьте любезны. Может быть, еще внизу что-то могу взять. Вроде с этой стороны я все смотрел. Да нет, здесь просто... просто скелеты. Ладно, тогда пора выручать нашего товарища наверху. Побежали, пока он там опять что-нибудь... О, слабое зелье лечения, прям то, что нужно, ага. Пока он там себе опять же какие-нибудь новые проблемы не придумал. Бедная его жена, блин. А, нормальный выход. И, кстати говоря, в итоге мы не через ту дверь прошли. Ну-ка пойдем посмотрим, вдруг у нас... вдруг нашего ключа теперь достаточно, чтобы открыть ту... ту дверь в самом начале. Я думал, мы из нее будем выходить, если честно. Так, сюда вот не заходил, но тут, видите, ничего и нет. Вот оно. Все равно нужен ключ. Что ты будешь делать? Интересно. Ладно. Чую, где-то еще орк нас ждет. Да я тоже так думаю. Вот он. Я идти не могу. Прощай. Это ты. Привет. Да? Есть ли новости из других провинций? Но будет слухи, что норды... Они просто болтают, а я не могу ходить, если что. Как вы понимаете, на этом моменте случился баг, который чуть нам не испортил все сейвы, но благодаря... Роме все починилось, спасибо ему огромное. Воспользуюсь небольшой паузой, напомню про нашего замечательного спонсора Ground. Бесплатные игры каждую неделю, каждый четверг новые игры добавляются, две убавляются. Заходи по ссылке в закрепленном комментарии, играй, заполняй обзоры, отвечай на вопросы, получай баллы, покупай за эти баллы периферию и участвуй в еженедельных розыгрышах, там и консоли. На халяву можно получить и мышки, и беспроводные наушники, и куча всего, в том числе и карты пополнения Steam, к примеру. Там только халява, все, что от вас нужно, это только поиграть в игру, зарегистрировавшись по ссылке, и оставить обзор, мнение на русском языке, вообще все изи. Если что, каждую неделю я показываю себя на стримах, на Твиче, как это все делать. Так что приходи еще и на стримы, и будешь в курсе. Все, не смею вас больше отвлекать, возвращаемся в Обливион. Ну что, на этом моменте мы и закончили. Старая деревянная дверь в Средиземье. Ты прикинь, я думал, я опять застрял. Ты его убил. Я поражен. Все мои клиенты убиты.
Но это мелочи. Придут другие с кошельками, набитыми золотом и жаждой крови в сердцах. Жаль Алерона. Но раз ты тут, он стал мне уже не нужен. По крайней мере, теперь он никому ничего не должен. По звуку, ребята, как меня слышно на фоне вот разговоров? Сделать тише речь NPC или нет? Я победитель в твоей игре. Ты действительно думаешь, что я позволю тебе уйти отсюда? Найденный тобой ключ фальшивый. Ни одна жертва еще не уходила с острова живой. И я постараюсь, чтобы так было всегда. Впрочем, одна здравая мысль у тебя была. Это моя игра. И я изменяю правила. Я примерно... Мы примерно равны по голосу. Ничтожество. Ты думаешь, я под впечатлением? Это все, что ты можешь? Да кто в меня бьет еще? Покажи мне, что ты можешь. Там дядька стоит наверху, который бьет больно. С лука, по-моему. Так и есть. А еще знаете что, кажется... Кажется, нужно зачаровать лук ледяного вирма. Ты думаешь, я под впечатлением? Умри! По возвращении моим глазам предстала ужасная картина Курдан, стоящий над телом убитого Алерона. У меня не осталось иного выхода, кроме как напасть и убить его. Нужно обыскать карманы Курдана, может быть там найдется что-нибудь, что поможет мне выбраться из этих руин. И лучше так открою. Кираса военного медика, вот это вот надо брать, мне кажется, стоит очень дорого. Вообще все его шмотки, они... зачарованы, так что я их все возьму. Выяснилось, что ключ с тела орка-охотника — подделка. Настоящий ключ все это время был у Курдана. Он не собирался отпускать нас живыми, даже если бы мы не были убиты во время охоты. Этот ключ позволит мне открыть привратное помещение в беге охотника и покинуть форт Гриф. Урсана получит печальные вести. К сожалению, да. Слушайте, у меня на один... на один вес больше, чем положено. Я могу дешевое вино сбагрить, но это же я. Куда я его сбагрю? Что? С ума сошли, что ли? Призовой рог Пинаруса, рог Минотавра. Сердце Дареда. Ну, блин, что же такое мне выкинуть? Ну, можно выкинуть вот эльфийский щит. Эльфийские поножи, потому что им весят больше. Не так вот. Потому что я еще у того типа буду по-любому брать что-то. Так. Вот как-нибудь так сделаем. Ты думаешь, я под впечатлением? Блин, темно, ничего не видно. Где ты там орешь? Ух. Да, ты попал в меня дважды.
Но я тебя убью, а ты меня нет. Такие дела. У него и бонитовые стрелы, и бонитовый кинжал. Боже ты мой. Хочу и бонитовый кинжал, и я для этого даже сбагрю все-таки эльфийский щит. Да, нафиг он идет. Блин, здесь еще и бонитовый лук, двадцаточку. 20, полтора рубля стоит, да? 10 200, 23. Легче сбаг... Ух ты ж, мать, не то сделал. Легче выкинуть вот это. И взять эбонитовый лук. Хотя... Надо было бросать щит. Потому что стоит он... Меньше, чем две кирасы. Так, ну что? Мы убили этого дядьку. Убили этого дядьку, убили прихвостня. Может, что-то есть в теле еще. О, здесь ключ от дома. Алерона Лока. Я, кстати, знаете что? Я, когда перепроходил вот пещеру, нашел там корень Нирна еще внизу, очень хотел сказать вам. В этот раз нашел корень Нирна. Так, а что за лук? Лук, эбонитовый. Урон 15. Ну, здесь как бы мои зачарованные, они получше будут бить. Надо лук ледяного Вирна еще немножко. Ну, во-первых, выпьем вино, уж наконец-то пора, да? За бедного Алерона. Ну, во-вторых... Надо бы, наверное, еще немножко зачарить. Там еще лук огня есть у меня. Про него тоже надо бы не забывать. Так. Бонитовая стрела. Ой, и стрела во мне. Ой-ой-ой-ой-ой. А знаете, по-моему, выход опять через бег охотника. Я попробую. По-моему, вот здесь. Дверь открыта, используя настоящий ключ от форта Гриф. Да, все так. Корешки дело нужно. Да. Я могу даже сказать вам, там надо было... Сейчас... Значит, здесь вот вода где-то, да? Вот тут, да, вот он мост над водой. Вот, и вот здесь вода, на которую мы вставали на записи, и на нее встали и вышли вот тут. Но если вниз нырнуть, то здесь вот есть проход, вот этот. И где-то здесь корень Нирны лежит. А вот тут яма, которая отпускает на вот этот нижний уровень. Здесь вот верхний уровень, здесь нижний. И здесь яма, она на колье ведет. А если пройти вот так, то как бы можно спуститься под воду. Такие дела. Так, а сейчас у нас... Да, все верно. Просто выход. Ну, только я не туда иду. Активировали ворота Форт Гриф. Здесь никаких ништяков более нету. Немножко золота только и все. Форт Гриф. Отвратительное место. Которое еще долго будет сниться как минимум супруге Алерона Лока. Ну, кепел. Пожалуй, должен уже уходить отсюда. Да и нам он будет припоминаться постоянно. Каждый раз, когда мы будем видеть с вами какие-нибудь баги жесткие.
будет вспоминаться Форт Гриф. Часовник, священники и целители продают заклинание школы восстановления. Определенные заклинания школы изменения позволяют снизить вес груза, переносимого вами, или увеличить вес груза, переносимого вашим врагом. Окей. А, кстати, еще помимо этого я нашел... Помимо корня Нирны, я нашел книгу. Вот эту. Удаленное манипулирование. Это позволило изучить мне телекинез на 10 футов на 20 секунд на цель. Так что, по сути, у нас теперь есть заклинание телекинеза. Будь здоров. Будь здоров. Но она дома, похоже, да? Если да, то она на втором этаже живет. Да, дома Лерона Лока. Новичок еще не умеет красться, чтобы наносить урон. Опа. Опа, здравствуйте. Ясно. Я им денег положить не могу, по-моему. Что-то не так, это точно. Что случилось с Алероном? Не очень жаль, Урсана, но он мертв. Когда я увидела скорбное выражение твоего лица, я поняла, что с ним что-то случилось. А что с этим мерзавцем, Курданом? Ну, его тоже больше нет в живых. Тогда смерть Алерона отмщена. Я говорила ему, глупцу, что игра не доведет до добра, но он не слушал. Прежде чем ты уйдешь, я хочу вручить тебе эту вещь. Алерон сказал мне, что если он когда-нибудь попадет в беду, это поможет вызволить его из тюрьмы. Он... Ему она больше не понадобится. И я хочу, чтобы она досталась тебе. Я не приму отказа. Я знаю, что тобой было предпринято все возможное. И за это я благодарна тебе. А теперь, пожалуйста, иди с миром. Я хочу остаться одна. Спасибо, Урсан. Биография королевы. Что она положила мне? Книгу? Биография королевы волчицы. Красноречие, навык повышен. Ничего себе. Немногие исторические личности рассматриваются как однозначное бедствие, но Патема, так называемая королева-волчица Солитьюда, заслуживает такой славы. Родившаяся в императорской семье в 67 году третьей эры Патема была немедленно представлена своему деду-императору Уриэлю Септиму II, известному своим добрым отношением к детям. Увидев этого серьезного, крепкого ребенка, он прошептал: «Она выглядит как волчица, в любой момент готовая наброситься на тебя». Детство Патемы в столице определенно не было счастливым. Ее отец, принц Пелагиус Септим, и мать Квизара практически не проявляли нежных чувств своим детям. Ее старший брат Антиохус, которому было 16 к моменту ее рождения, уже был пьяницей и известным любителем женщин, заработавшим дурную репутацию во всей империи. Младшие братья Сифорус и Магнус родились значительно позже, и таким образом Патема была единственным ребенком во дворе. К 14 годам Патема была известной красавицей и имела массу поклонников, но была выдана замуж за короля Монтиарко, чтобы укрепить связи с северным королевством Солитьюд. Как говорят, она вступила в королевскую семью пешкой, но вскоре стала настоящей королевой. Пожилой король Монтиарко любил ее и представлял ей столько власти, сколько она желала. А желала она всей власти. Через год, когда скончался Уриэль Септим II, к власти пришел отец Патемы. Он обнаружил, что казна крайне истощена из-за бездарного управления Уриэля. Пелагиус II распустил совет старейшин, вынудив бывших его членов выкупать свои законные должности. В третьей эре 97 года, после бесчисленных выкидышей, королева Солитьюда наконец родила сына, которого назвала Уриэлем в честь своего деда. Монтиарко немедленно сделал Уриэля своим преемником, но королева желала гораздо большего для своего ребенка.
Два года спустя Пелагиус II умер. По слухам, он был отравлен Мстительным, бывшим членом Совета Старейшин, и его сын, брат Потема Антиохус, вступил на трон. Можно было бы ожидать, что к 48 годам Антиохус уже насытился безумствами и начал вести степенный образ жизни, однако исторические книги, описывающие жизнь императорского двора времен его правления, граничат с дешевой порнографией. Потема, которую интересовала власть, а не прелюбодеяние, бывала шокирована всякий раз, когда посещала столицу. Мандиарко, король Солитюда, скончался следующей весной после смерти Пелагиуса II. Уириэль вступил на трон и начал править совместно со своей матерью. Несомненно, Уриэль был законным наследником и предпочел бы властвовать единолично, но Потема убедила его в том, что это его позиция лишь временна. Вся империя должна пасть к его ногам, а не просто какое-то королевство. Во дворце Солитюда она принимала дюжины дипломатов из других королевств Скайрима, сея среди них семена недовольства центром. Список ее гостей с годами увеличился, включив в себя королей и королев Хайрока и Моровинда. 13 лет Антиохус правил Тамриэлем, доказав, что способен быть первым лицом империи, несмотря на небрежность в вопросах морали. Некоторые историки указывают, что имелись доказательства того, что Потема колдовством свела брата в могилу, но улики так или иначе затерялись в песках времени. В третьей эре 112 года, когда умер Антиохус, мать и сын заявились в столицу и немедленно оспорили законность прав дочери императора Кентиры. Обращение Потемы к совету старейшин, возможно, окажется полезным примером для молодых ораторов. Она начала с лести и самоуничижения. «Мои величественные и мудрые друзья, члены совета старейшин, я всего лишь провинциальная королева и могу только делать догадки о решениях, которые вы, должно быть, уже приняли». Она продолжала, восхваляя последнего императора, который был популярен, несмотря на свои пороки. «Он был истинным Септимом и великим воителем, разбившим почти неуязвимую армаду Пиандонеи, следуя вашим советам». Далее она, не теряя времени, перешла к главному. «Императрица Магна, к сожалению, не сделала ничего, чтобы обуздать похотливый нрав моего брата. На деле ни одна шлюха города не побывала в большем количестве постелей, чем она. Если бы она была честнее, выполняя свои обязанности в императорской почивальне, мы бы имели настоящего наследника императорского трона, а не тех полоумных и бесхарактерных ублюдков, что называют себя императорскими детьми. Всем известно, что девочка, названная Кентирой, является дочерью Магны и капитана караула. Также может быть, что она дочь Магны и мальчишки, что моет посуду. Мы никогда не узнаем этого наверняка. Но никто не сможет усомниться в происхождении моего сына Уриэля, последнего из династии Септимов». Несмотря на красноречие Потемы, Большой Совет позволил Кентире взять бразды правления в свои руки в качестве императрицы Кентиры II. Потема и Уриэль в гневе вернулись в Скайрим и начали готовить восстание. В войне Красного Алмаза посвящены немало летописей и книг, так что нам нет необходимости подробно описывать ни захват императрицы Кентиры II и ее казнь в Хайроке в 114 году III эры, ни произошедшую 7 лет спустя коронацию сына Потемы Уриэля III. Спасшиеся братья Потема, Сеферус и Магнус, годами сражались с новым императором и его матерью, и империю терзала гражданская война. Третья эра, 127 год. В то время как Уриэль сражался со своим дядей Сеферусом в Камерфель в битве при Ичидаге, войска Потемы встали против армии другого ее брата Магнус в битве при Фальконстаре в Скайриме. Она получила известие о поражении и захвате своего сына как раз во время подготовки наступления на самый слабый фланг Магнуса, королева-волчица, который тогда сравнялся
61 год, пришла в ярость и повела атаку сама. Атака оказалась успешной, и армия Магнуса была разбита. В самый разгар празднования победы Потема получила другое известие о том, что ее сын убит разъяренной толпой, не успев предстать перед судом в столице. Он был заживо сожжен в своей повозке. Когда Сефрус был провозглашен императором, Потему охватило неистовство. Она призвала Дейдра сражаться на своей стороне, а некроманты по ее приказу воскрешали падших врагов, превращая их в нежить. Потема не уставала атаковать и вновь атаковать войска императора Сефруса I. Видя нарастающее безумие Потемы, союзники стали покидать ее. В итоге единственными ее соратниками остались зомби и скелеты, которых она собрала за эти годы. Королевство Солитюд превратилось в долину смерти. Люди с ужасом рассказывали друг другу истории о древней королеве-волчице, которой прислуживают фрейлины, скелеты, и которая вынашивает в своем замке планы войны, советуясь со своими генералами-вампирами. Потема погибла после месячной осады замка в третьей эре в 137 году в возрасте 90 лет. При жизни она была королевой-волчицей Солитюда, дочерью императора Пелагиуса II, женой короля Монтиарко, тетей императрицы Кентиры II, матерью императора Уриэля III и сестрой императоров Антиохуса и Сефруса. Через 3 года после ее смерти скончался Сефрус, и на трон взошел их общий брат Магнус. Смерть Потемы едва ли уменьшила ее дурную славу. Несмотря на то, что тому существует мало доказательств, некоторые богословы утверждают, что она была настолько сильна духом, что превратилась в Дейдра после смерти, вдохновляя смертных на сумасшедшие поступки и предательство. Также говорится, что ее безумие настолько пропитало замок Солитюд, что оно заражало правивших в нем королей. По иронии судьбы, следующим королем оказался ее 18-летний племянник Пелагиус III. Он быстро стал известен как Пелагиус Безумный. Даже ходят слухи, что он убил своего отца Магнуса. Королева-волчица, должно быть, в последний раз посмеялась. Блин, это крутая история. Если честно, я читал и представлял все это в стиле какой-нибудь «Игры престолов». Интересно было бы и на то время посмотреть, думаю, атмосферно было бы, да? Уверен, это так. Завидую Алисе, наверное, Дима классно читает сказки на ночь. Вот бы сборник аудиокниг под названием «Помидорка на ночь». Я редко ей читаю, она уже не особо хочет. Так, ну, надеюсь, у вас это чтиво не утонуло. Мне просто было очень интересно. И я говорю, я когда читал, я прям представлял «Игру престолов», вот это вот все. Почему-то вместо Потеи я представлял жену Старка. Даже захотелось посмотреть «Игру престолов». Так, нам нужно с вами определиться теперь, какую миссию мы с вами возьмем сейчас. Служители Азуры сказали, что для вызова Дейдра нужно поднести статую светящуюся пыль блуждающего огонька. А есть ли у меня светящаяся пыль блуждающего огонька? Светящаяся пыль у меня есть. Но она ли это светящаяся пыль блуждающего огонька или нет? Давайте пойдем и посмотрим. Где это? Это у святилища Азуры. Да, совершим путешествие туда быстро. В Скайриме о королеве-волчице много томов написано. Тут, походу, один только.
Я не помню. Я вот, кстати, читал сейчас вот про Потему, и что-то знакомое такое было. Я, наверное, и в Скайриме читал. Вот, но я не помню, если честно. Так, Лидия, да? Ты наша Лидия. Все так? Так. Мэлс. Тебе уже сказали, что нужно сделать, чтобы поговорить. На рассвете или на закате? Сейчас 4 дня после полудня. Давай. Блин, а я в полночь перематываю зачем-то. Красота. Ну, мне кажется, 5 утра, рассвет, да? Или еще 6 утра, рассвет? Вот, рассвет. Желаете ли вы предположить светящуюся пыль на алтарь Азуры? Я слышала твое имя, ибо его шелест эхом отдается в сумерках среди танцующих теней. Я прошу тебя об услуге, предлагая славу и награду в обмен. Много лет назад 5 моих последователей убили вампира по имени Дратик и его родичей, но оказались заражены кровью этого отвратительного создания. Зная свою судьбу, они запечатали себя в его логове. Их страдания болью отзываются в моем сердце. Отправляйся к опустошенной шахте. Дверь в нее откроется перед тобой. Принеси покой смерти моим последователям, и ты заслужишь мою благодарность. Интересно. Мало того, что мне нужно будет убить потомство Дратиков, да, так еще и ее последователей. Насколько я правильно... Если я правильно понимаю, может быть нет. Будучи вызвана, Азура удостоила меня беседы. Она рассказала о своих последователях, которые, став вампирами, заперли себя в опустошенной шахте. Азура просит меня найти и убить их, освободив их от подобного существования. Азура откроет для меня вход в шахту. Ну, слушай, хорошо в целом. Чё, несложно звучит. Пойти убить парочку вампиров. Да? Опустошенная шахта. Мы даже возле нее как-то бывали. Лидия, ты тут побудь. А то там дратики эти, мало ли что. Черт. Отрубить не буду. Мне кажется, для вампиров идеально подойдет лук огня. Для вампиров, которые стали вампирами из-за вампира по имени Дратик, точно подойдет лук огня. Я вам говорю. Я вам гарантирую это. 100%. Выжжем дратиковские нечистоты. Черт. А про медведя я не подумал. А про медведя Мел я точно не подумал. Хоть он и называет себя просто бурый медведь. Ну что, родной? Да хватит его. Ох, ты ж. Да точно Нео, ты посмотри, он же и летает. Он уворачивается как Нео, он летает как Нео.
Уйди, нечистый. Уйди, говорю. И умирает он тоже в целом, как Нео. Так, где-то здесь еще стрела должна быть. Ну ладно, с него возьмем, пока он совсем не улетел. Блин, что-то мне подсказывает, что мне нужно было все-таки сначала сходить, да, расстаться с вещами своими. А вообще знаете что? Пошла эта Азура. Я занят. С дратиком со своим. И с последователями имбецилами. Пусть идет куда подальше. Ну, если ждать не сможет, так-то я, конечно, вернусь. А вот, кстати, интересно, тот магазин перестал лагать, баговать? Вот этот. Магазин Три Брат. Или это не тот магазин был? В общем, я не знаю. Ну, тот, помните, где седовласый Гэндальф стоял и не пускал в магазин? Было такое. Привет, Тартулиан. Буду счастлив. Будешь счастлив помочь? Слушаю. Давай-ка сначала побазарим с тобой. Минус, изыск, плюс, какая тупая. Минус, достаточно. Плюс. Минус, плюс, минус, плюс, плюсы, минусы. Окей, плюсы, минусы. Так. Это не смешно. Так. Замечательно. Да ты просто врунь. Достаточно. Так. Ты думаешь, это смешно? Какой так. Изыскан не так. Смеши. Я не так. Возражаю. Черт. Какой так. Изысканный комп. Не смеши меня. Достаточно. Ты думаешь, так. Это смешно? Плюсы и минусы, да? Не могу спорить. Ты думаешь, это... О! Ой, как трогать. Хорошо. 68, нормально. Понятно. Давайте теперь поторгуем. Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары? Не-не-не-не-не. Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. Значит, смотри... Что я тебе готов продать? О, надо будет серебряные стрелы поставить на вампов. А в нифига себе, это все весит что-то. Это все что-то весит. Обалдеть. Но я могу стальные стрелы отдавать, что одну единицу урона, это не такое себе. Хотя, если мы нафармим их, то можно будет железных отдать. Давай тогда две мерзкие отдадим. 10 урона, блин, их тоже нафармить хочется. Ладно, не буду я ее трогать. В общем, бонитовая булава, друг. Лови. Подожди, нет. Ну да, 39. Лови. А у него не уменьшаются деньги, да? Просто максимум на 1000 можно продавать. Это замечательно. Это замечательно. Продать? Да, конечно, да. И бонитовый кинжал тоже. И короткий меч. И бонитовый лук, естественно, продать. Как замечательно. О, смотри, у нас еще и бонитовая стрела. Ладно, фармим. Амулет с каменьями. Не, я его продавать не буду, потому что, может быть, зачаровать получится. Кстати, не знаю, их можно? Ну, наверняка можно. Как и кольцо. Кираса военного медика. Повышение здоровья 20 единиц на себя. Блин. У него броня лучше. Сопротивление обычному оружию, магии. Повышение... Не, кираса военного медика я тогда продам. За 1000. Тебе сюда удалось неплохо деньги. Заработать. Кольцо гадюки оставлю. Обычное кольцо теней. 1 020 000. Так, обычное ожерелье хождения. Ожерелье Асти. Не знаю, что такое, оставлю. Значит, сапоги контрабандиста. Повышает скрытность на 8 единиц. Но у меня морок тонк. Скрытность на 7. Но здесь еще и акробатика. Так что сапоги контрабандиста продать. Широкие перчатки. Стрельба на 8 единиц. А здесь влом и удача. Ну ладно. Ну хотя стрельбу, конечно, прикольно сохранить. Вот что за штаны Хейнриха? Продам.
Я думаю, для квеста все это... на месте. Так, хорошо, да? Мы все отдали. Все лишнее сбагрили. Нету кольца, нет бижи какой-нибудь, который вот я бы прям вот мог бы взять и одеть. Есть ли у вас, господа, хорошая бижа? Бижо. Эльфийская стрела стоит очень много. За 1500 при этом я могу 100 взять и ходить с десяткой урона. В целом неплохо звучит. Серебряный лук, железная стрела. И продать там всякое говно лишнее. Типа... Давайте я так и сделаю, я возьму эльфийские стрелы, да, на 1500. Получилось слишком дешево, но ладно. И продам железные за 100 монет. Класс, обмен супер, мне кажется. 1500 на 100 монет. Но зато теперь у меня урон будет обычный 10 от стрел. Ну и стрел достаточно много, еще надо бы купить, правда. Ну да, и сейчас тем более пойдем на серебряных стрелах. Надеюсь, это как-то роляет эффект теплоизоляции, курим мандрагоры, ремонтный набор. Нет, это все мне не надо. Мне же не надо ремонтные наборы, у меня есть. Здесь вот они. Блин, у меня 11 всего. Ладно, я их куплю. У меня всего 11, надо чиниться. Ну, не забывать чиниться. А у нее нет бижи. Один, да. Но мне по-любому надо бы сходить. Что я могу сделать? Оглянись вокруг. Кто? Ты не найдешь лучших цен во всем Тамриэле. Коварский клинок. Кто продает бижу? Разрушение доспехов 100 при ударе, оружие 100 при ударе. Фига. Урон 9. Прикольный коварский клинок. Стальная стрела. Вот. 400 еще на стальные стрелы потратим. Все, теперь это... у нас прям вообще по кайфу. Все. Это выгодная покупка для тебя. С ним я, правда, спасибо, не говорил. У меня... Еще увидимся. Поэтому... Ой... Мне поэтому цены там чуть побольше. Помню, как старался держать грань по количеству стрел. Но здесь это нужно, да. Почти новые товары. Женщин. Может быть, там будет какой-нибудь поддержанный классный... классное кольцо или... Амулет. Что-нибудь. Женщин, привет. А что я получу за... Оглянись вокруг. Ты Азуру. Не найдешь лучших цен во всем Тамриэле. Что стальная стрела? Ты посмотри. Ну все, теперь точно можно прям кайфовать. С тобой тяжело торговаться. Я с тобой особо-то и не торговался. Сон, я у вас... Давай. Чё за у меня хватает мужества признать, что я ошибалась в Таранире. Он достойный член нашего сообщества в торговом районе. Это тот самый квест, я помню, да, я с ним просто не говорил. Иметь. Да, со мной вообще супер иметь дело. The feedback, кормушка. Чат, мне нужен фидбэк. Это ты? Привет. The best defense. Defense. Позолоченный графин. Это что это? Это таверна или что такое? Нет. Я вижу, ты тоже последователь Серого Лиса. Атролос, я скрытен. И даже очень скрытен. И я обучаю скрытности. Закон это не запрещает. Брат, погоди. Блин, тебе нужно многому научиться. Смотрите. Уровень учителя специалист, мой уровень специалист. Обучение на этом уровне 0 сделал. Но я не хочу, нет. Скрытность и изюмчица. Зачем на нее тратить деньги, да? Вот это перик, ну ты... Тебе более чем рады здесь. У меня есть все, что нужно начинающему алхимику. Ты, да, ты зелье будешь продавать. Чем я могу заинтересовать тебя? Чем ты можешь... А чем ты меня можешь заинтересовать? Меня? Чем ты? Можешь заинтересовать ты меня чем?
кексиком. Семян много. Да что-то не заинтересовало ты меня, Клаудетта. Удачного тебе дня. Как я хочу. Привет. Зачем ты идешь за мной? Вот тебе надо видеть, что я у тебя украду. Тебе прям надо видеть, что я у тебя собираюсь забрать корень Нирны. Привет. Ну и все, оставайся со своим корнем Нирны. Боже, какие все одушные. Все хотят свои вещи сохранить. Обалдеть. Мистический эмпориум. Звучит как то, что мне нужно. Вот, эта скотина. Я говорил вам. Набагованная. Кто-нибудь ему скажет, что если не кричать о своей скрытности, он будет еще более скрытен. Привет, привет, подожди. Убирайся отсюда. Погоди. Тебе нельзя. Так вы откроетесь, идиоты тупые, боже. Как бесит то, что они залагали. А это, походу, тот самый магазин, который мне нужен, да? С бежой, там все дела. Я слушаю тебя, гражданин. Тебя мочой пахнет. Крепкий щит. Дешевые заклинания нет. О, посох Херендира. Как неинтересно. Бездонный кошелек. Первое издание. Что за бездонный кошелек? Здорово, Торонир. Рад видеть тебя. Тебе-то мы и помогали. Ну, у нас с тобой это нормальное отношение, да-да-да. Здесь ты найдешь только качественные товары. У него две мерзкие стрелы, ты посмотри. Чем я могу заинтересовать тебя? Слушай, да многим, на самом деле. Но деньги я тратить на это больше не хочу. Две мерзкие стрелы или там ремонтные молотки я брать больше не хочу. Кольца бы дал мне, вот заинтересовал. Пожалуйста, возвращайся поскорее. Я всегда рад видеть тебя. Хорошо. Мне бы еще товаров продать на 10 тысяч. Та-та-ра-та-та-ра-та. Ты пойдешь следить за мной, да? Ну, конечно, пойдешь. Странно, что разные товары не покупают. Не продают, имеешь в виду? Ну да. Первое издание. Ну, я так полагаю, тот самый магазин, который забаговал, как раз и продает. Купеческий трактир и... Парень шанс. Приветствую. Красный алмаз. Ну-ка. Алмаз, да, может быть связанный с бежой. О, у тебя кто-то что-то скоммуниздили, да, все? Да, вообще, я так смотрю, все украли. Что я могу сделать для тебя? Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. У него кольцо. Вот у него есть призрачное кольцо. Скрытность, взлом, хамелеон, перышко, понижение силы, понижение выносливости. Какое говно за 14 тысяч. Сдурел, что ли, продаешь такое говно? И все. И все, что у него есть. Больше у него ничего нет. У него есть товар на 14 тысяч, а он, зараза, продает на 800 максимум. Вот козлина. Слушайте, козел. Иначе не скажешь, получается. Вам пока. И тебе всего наилучшего. Так. У тебя в магазине мы будем заниматься этим. Оружейник специалиста выше. Блин. А я, по-моему, знаю, где он. А нахрен тогда ремонтных молотков я покупал? Они же еще и весят, как не знаю что. А, они все, наверное, весят десятку. Ой, единичку, все вместе. Или они весят полтос теперь все вместе. Потому что, похоже, они весят полтос.
кто у тебя все это украл? Ай-яй-яй-яй-яй. Добрый день. Ирен Метрик. Что ты хочешь? Я? Так ты сама подошла. Давай. Хорошо. Пообщаемся, что ли? Отлично. Налево плюс. Нет, ты слишком плюс. Высоко ценишь. Какая? Тебе не напугать меня. Угроза и это минус. Окей. Ну, получается тогда так. Прав. Уходи прочь. Так. Нет, итак. Ты слишком высоко ценишь меня. Да? Думаешь? Тебе не напугать меня. Нет, ты слишком... Отлично. Не смешно. Совсем не смешно. Блин. Замечательно. Какая гадость. Это ваша тебе заливная не... рыба. Нет, ты слишком высоко ценишь меня. Правда? Уходи. Это просто... Нет, ты слишком высоко ценишь меня. Но она шутки вообще не любит. Посмотри, какая. Ты попусту тратишь. Нет. Замечательно. Хотелось бы мне... Уходи прочь. Ты... Какой изысканный комплимент. Отлично. Какая... Тебе не... Какой изысканный комплимент. Это просто слова? Ой. Правда, какая гадость. Какая-то странная. Правда, какая гадость. Ты по... Какой изысканный комплимент. Замечательно. Тебе дал... Ты по... Нет. Ты слишком высоко ценишь меня. Какая гадость. Тебе не напуг... Замечательно. Правда? Понятно. Нормально. О чем сплетничать? Скатерть-самобранка может быть не самое замечательное место, но там есть чем набить желудок. Да? А еще? Скатерть-самобранка. Так, ладно, у нас появилась подружка Ирен Метрик. Абсолютно бесполезная подружка. Абсолютно. Серебряные стрелы повесили. Естественно, не повесили. Ага, все нормально. Серебряные стрелы повесили. Потом будем с остальными ходить или с эльфийскими? С эльфийскими, да, пока не закончится. Потом на остальные перейдем. Все, качественно улучшились. По луку. Теперь прыгаем в опустошенную шахту. Переполз в постель. Ко, Обливион, тут еще уютнее смотрится. Кайф на тебе. Так, ну мы с вами должны что? Опустошенную шахту зачистить и на этом завершить. Illusion magic has a charm spell. Знаю насчет видеть меня, но я тебя вижу. Трехкратный урон. Блин. Мифрил. Прах вампиров. Мне интересен, наверное. Эльфийская клеймора. Ну такое. Вижу жизнь. Хрена себе. Ты подобрала клеймору? Ты чокнутая? У нее поломанные перчатки. Ну это из-за того, что я встал. Ух, ты же гад какой, а. Thank you.
боже, ты меня чуть не убил. Ты меня чуть не убил. Обалдеть. Не убила, простите. Борель. Но я вижу, что я перегружен. Мне надо посмотреть, чем. Ну, точнее, Борель, что за пуха. Урон холдом 10 на 15 футов при ударе. Вау. Вау. Давайте, знаете, что? Там у меня очень мало слабого зелья лечения. Попьем. Я не смогу... А, да? Нифига. Так, ладно. А, это зачарование на мне, активный эффект. Боже, я думаю, что за дела? Стена не сдвинется. Мне бы, если честно, очень бы хотелось, чтобы зараза сдвинулась. Отдыхать, пока рядом враги. Стеклянная стрела, нормально. Опа. Блин, что я взял только что? Блузу с поясом взял. Так, похоже, нам туда. В какой-то момент перестану ходить. Сколько раз? Брюки кузнеца, ты посмотри, но это же типа... А, не, я думал зачарованная. Я думал зачарованная штука, но нет. Так, значит, я что хочу сделать? Облегчение ноши еще. Обновить, так скажем, да? И дальше идем. А, да, и вот так вот. Но они явно вот здесь. Я понял. Пардоньте, месье. Я не вижу жизни. Все еще не вижу жизни. Куки монстр, привет.
Вообще забавно, что я видел жизнь вампира. Да они, по сути, должны быть мертвы. Я не должен у них ауру жизни видеть, по идее. Хотя, может быть, ну, типа, магия так работает, все дела. Воу! Умри! Это все, что ты можешь? Ё-моё, меня сейчас убьют. Он мне что, сломал? Он мне сломал лук? Он мне выбил лук. Надо запомнить где. Меня убили все равно. Жесткий какой, а? Очень-очень жесткий тип. Стеклянные стрелы. Да на кой вы мне тут нужны? Получается, вы мне не нужны вовсе. Если ты хочешь драки... Нет. Все вампиры в опустошенной шахте убиты, нужно вернуться к святилищу. Я не знаю никакого, блин, святилища. Мне надо вина, а у меня только сиротельский бренди, ядрить его. Ладно. Можно и так. Из-за того, что я сиротельский бренди выпил, у меня нож не работает. Ладно, я подожду час. Отдохну, так скажем. Да ядрить. Золотое кольцо с бриллиантом. Что нужно? Ну, хочется, конечно же, безусловно, и вот эту штуку взять. Так, облегчение ноши. Ну-ка. Это как-то мне не помогает взять клеймору огня. Вообще ни разу. Старая выгоревшая записка. Нужна ли она? Не знаю. Давайте посмотрим, что лучше. Борель или клеймор огня. Урон огнем 15, урон холодом 10 и 15 футов при ударе. Это урон огня 15. Ну как бы и то круто. Хочется продать и то и заработать. Вот бы еще ходить при этом, да? Я знаю, что сделать.
выкинуть нафиг 50 молотков, которые нафиг мне не нужны, как оказалось. Да, я немного потерял в деньгах, но ничего страшного. Тут он еще лук огня, вообще классно. Стрела у старости, Стрела у старости. Это я не буду брать, двемерзкий кинжал тоже не буду брать. Я, конечно, железная стрела, это 78 золотых монет, типа, чего бы нет. Незакрепленные доски. Еще. Еще. О! Вау, как круто! Подожди. Сложный замок меня не оставит, не остановит. Стрела у старости звучит как название лавки, да. Северные перчатки, сопротивление холоду 20%. Прикольно. Перегонный куб. Ну, он весит много, но он стоит много. Типа. Вы говорили, у нас много еды. Но это все не просто еда. Подожди. Блин, что я сделал? Что я взял? Ищем срочно. Вот, коричневую одежду. Так, корень нервный мы не трогаем. Желчь беса. Удаляем, сейчас, секунду. Мне эти рога хочется сохранить. На самом деле огненную эту соль одну хотя бы тоже. Мы же можем... Да ё-моё, я опять какое-то говно взял. Глубоко уважаемый Дмитрий, благодарю за душевную атмосферу в каждом видео. И спасибо за ценности, которые распространяешь. Игра для платины. Призрак Цусимы. Покемонстр, спасибо тебе большое. Хорошо, обязательно добавлю 500 рублей в Ghost of Tsushima. Обязательно.
Спасибо тебе большое за поддержку, очень приятно. Да, нам нужна эта штука все-таки. Нам эта штука все-таки нужна. Допустим, листья полыни, нет? Они, получается, все сильнее. Сюда еще что-то нужно, да? Все сильнее получаются зелья, если с ними использовать. Блин, ну подбирать, конечно, не то чтобы удобно. Да, как будто бы вообще неудобно. 297 из 295. Да ё-моё. Ну что-то одно выкинуть бы еще, да? Ради мерзких стрел выкинем. Все равно перегружен, блин. Два железных я выкину, 8 штук. Так. Ну, в смысле перегружен? Так-то нет. Вспышка. Почему перегружен-то, если не перегружен? 294 из 295. Давай еще десятку выкинем. Какой-то баг, по-моему, словили. Ну ладно, в целом все хорошо. Главное, я сохранил те вещи, которые мне действительно нужны для того, чтобы их продать. Я, кстати, продаю, когда за 1000 продавал. Я продавал, типа, по максимально доступной цене у этого торговца. Если бы там торговец был более прошаренный в этом плане, то я бы продавал за большую цену. Привет, как восстановил сейвы? Восстановил с помощью рога, конечно, безусловно. Так, ну привет, Азор. Благодарю тебя, смертный. Их души теперь свободны, и 5 ярких свечей будут отныне гореть пред моим алтарем в память о принесенной ими жертве. За твои услуги прими этот дар. Твои деяния будут навечно вписаны в книгу судьбы. Азура поблагодарила меня за вечный покой, принесенный ее последователем. Она наградила меня звездой Азуры. И я, конечно же, теперь... Нет. Я думал, перевес. Но нет. Звезда Азуры, это же камень. Ну, был в этом, в Скайриме. Да. А, он 0,7 весит. Камень душ. Бесконечный, по идее, камень душ.
насколько я правильно понимаю. Насколько я правильно понимаю, что я говорю? Надеюсь, если я правильно понимаю. Вот. Сжалься над старым. Тут, конечно, нужно понять, как нам захватывать души легче. Без прикосновения вот этого всего. Нет уж, спасибо. Тина, привет. В смысле, Обливион, подожди, почему я знаю об этом в час ночи? Что-нибудь? Не знаю. Мы заканчиваем уже скоро. Оглянись вокруг. Ты не найдешь лучших цен во всем Тамриэле. 600. Нет, мне... У тебя ужасные цены. С тобой приятные мир. На продажу. Склад. Погоди, а где были кормушка? А где были эти ребята? Красный алмаз, не то... Давай-ка сюда зайдем, солдатскую удачу. Ты совершенно настолько правильно понимаешь, да-да-да. Да? Да. Если что-то сломано, чини, я могу починить. Мне все, да. Спасибо. Займемся научи обучением. Научи меня вот этим вот, вот этим вот. Научи меня вот займемся этим вот. Будь внимателен. Знание. Хорошо, что ты... Все, спасибо. Возможно, тебя заинтересуют. 1200, вот видите, у нее 1200. Хорошо. Но вот это за 703. Продолжай. Давай поговорим. 703, надо запомнить, 703. Неплохо. Плюс, поп... минус, моя плюс, не минус. Сейчас, не все позже, легко. Никогда. Плюс, минус, да? Плюс, да, минус, плюс, о, минус. Это просто слова. Плюс. Да, дошло. Минус, плюс, минус. Минус, блин, плохо, плохо. О, ладно. Какой... Не пытайся мною манипулировать. Очень плохо. Ты попусту тратишь время. Минус. Не сейчас, не позже, никогда. Минус. Восхитительно. Это просто плюс, весьма плюс. Неплохо. Подожди. Плюс, минус, плюс, минус же. Плюс здесь. Я восхищаюсь. Да. Тебе минус. Не напугать? Да, плюс, какая минус. Чушь. Какие приключения. Раз. Да раз. Что ты. Весьма... Раз. Не говори ерунды. Не пытайся мною манипулировать. Какие приключения. Тебе не на... Хорошая шутка. 81 вообще по кайфу. Я восхищаюсь тобой. Потрясающе. Ну, ё-моё. Да что ты. Не говори, я... Прелестно. Моя... Это просто... Весь... Не сейчас. 84. Не позже. Здесь так. Ты найдешь только теперь... качественные товары. Во-о-о. Не 703, а 777. Ты купи у меня, пожалуйста, добра всякого. Вот это вот бери. Клеймору огня. Прекрасная сделка. О, у меня второй лук огня? Что? Одинаковые причем. Но этот заряжен, этот на 5 использован. Я вот этот продам. А этот буду использовать. Пусок бури. Сохраняем. Железные стрелы мои где? Это, извините меня, 60 монет, конечно. Думаю, добудьте любезно мне денег, сделка. Пожалуйста. Думаю, это честная сиделка. Не, вот это вот все мне не интересно, чугунные стрелы, тем более на усталость. Говно, говно. 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 Мало очень, поэтому говно. Эльфийские можно будет юзать попозже. Значит, северные перчатки. Теоретически, как бы, можно сохранить, сопротивлять... Просто 20 сопротивления холода, это ого. Вдруг будет кто-то, так что я оставлю. А вот это, конечно же, продаем. Да. Тебе удалось. И да. С тобой трудно торговаться. Со мной бессмысленно торговаться. Потому что у вас торговля работает через одно место, извините меня. А так да, конечно. Так, факелы мне больше не нужны, но они не весят и не стоят. Так что вдруг понадобится.
Запреченный изумруд, золотой самородок. Вот надо, не надо. Таскаю с собой. Без понятия. Без понимания, мини-миния. Секира ненависти. За 800 взяла, продает за 3000. Коза какая еще, подруга. Заходи, называется. Заходи еще. Пошла ты, красавица. Еще увидимся. Да чтоб я тебя еще увидел. Так, пойдем, знаете, куда сейчас? Пойдем в... Где алхимия была? Дешевые заклинания. Божественная элегантность. Гэндальф, который не может открыть свой магазин. Фу на тебя, Унтус. Позолоченный графин. Вот, позолоченный графин. Что там по книгам? Ну, я прочитал детскую комнату и сейчас читаю «Темную башню», предпоследнюю. Ну, если не считать «Ветер сквозь замочную скважину». Еще мне друг дал Гарри Гаррисона две книги. Два тома. Я с ними буду знакомиться как раз после «Темной башни». И еще подписчик прислал сборник Тима Лебона «Война ярости» по вселенной «Хищника» и «Чужим». Там 4 или 3 рассказа, 4 рассказа. Я что-то увлекся этой вселенной, поэтому мне будет интересно еще и вот это дело почитать. Так что читаемся потихонечку. Так, Клаудетта. Привет. Тебе более чем... Что у тебя да, там? Да, слушай, какой разумный подарок. Блин, я случайно это сделал, но он... Это не см... Минус. Да, да. Плюс. Замечательно. Минус. Твоя лесть на меня плюс. Не действует. Плюс, плюс, минус, минус, да? Значит, плюс. Отличный. Плюс, хорошо. Минус, минус. Извини, не понимаю смысла. Правда? Нет, пожалуйста. Не... Какая тупая. Да, понятно. Давай 72. Займемся ну делом. Ладно. Ну ладно, ну ладно, ну ладно. А вот нам чего не хватает? Кальцинатора? Интересно. Ну-ка. Ступка, реторта. Да, нам кальцинатора не хватает. А чего разница, кальцинатор новичка или специалиста? У меня вот перегонный куб специалиста, допустим. Леон, давай кальцинатор специалиста возьму тоже. Ишь какая. Разводит, сука, я уверен, нету там никакой разницы. Просто тупо разводила. Так, мне надо понапродавать всякое. Вот это вот. Это больше, чем я плачу обычно. Травление вот эти все. Это честная сделка. На бузу. Перышки. Ну как бы да и все. Но можно здесь вот этим всем позаниматься, типа понапокупать всякого у нее. Стоять, поделать все, что мы можем поделать, и понапродавать ее обратно. Теоретически можем. Ладно, я на самом деле думал, что у меня больше зелий на продажу. Удачного тебе дня. В большей степени мы зашли сюда, чтобы кальцинатор купить. Окей. Я знаете, что еще хочу узнать? Значит, это где-то внизу у нас, по-моему. Сколько корней Нирна теперь нужно? Первый раз 10, а теперь 20. То есть мне нужно еще 9 корней Нирна. 9 корней Нирна. Так, сообщил, что все, кто вошел в странные врата, вышел обратно, потерял рассудок. Рассказывает о таинственном пророке. Около оскверненной часовни Дибеллы в Анвиле. Необходимо выяснить, знает ли он... Ага, это не то. Убежден, что это вот залаганный квест. Можно попробовать прийти к ней. К нему, к Глартиру. Еще раз попробовать сходить. Но, по-моему, Глартир убил.
Меня настигла записка Батиэль из университета волшебства. Если мне удастся найти пропавшие дремерские артефакты, могу рассчитывать на награду. Мне следует направиться в лагерь Эльс, попробовать выследить тех бандитов. Сотни лет назад в Анвильском заливе произошло грандиозное сражение. Ну вот... Вот я же был там. Слушай, замок боевого рога осажден бандитами. Поселение Вей, что к северо-западу от имперского города, мне встретился Элвин Мервальд. Чтобы выполнить заказ клиента, ему нужны 12 чешуек румарской рыбы-убийцы. Он попросил меня добыть их, так как сам он уже слишком стар для такой работы. Румарская рыба-убийца — это особый подвид рыб-убийц, обитающих в озере Румаре прямо к северу от Вей. Интересно. Ну, можно начать Морактонг выполнять. Я бы не хотел пока. Один из почитателей Клавикуса Вайла сказал, что для вызова Дейдра нужно поднести статую 500 золотых. А сколько... И какой уровень я, кстати? Ни одну душу не пленил. Один артефакт нашел, это звезда Азура как раз. 4 болезни подхватил. Что? Болезнь порфириновая гемофилия. Вот, блин. У меня хоть места появилось много. Это из-за этого мне было трудно. Похоже, да. Так, а какого я уровня? Как это посмотреть? Погоди. Достижения. Это наши гильдии. Главные навыки. То, что на что я качаю, трачусь, да? Трачусь. Прогресс 70%. Уровень скрытности специалист. Обаяние у меня при этом 40. Я прям вообще говно, а не обаяльщик. А, вот мой уровень 16. Теперь ты официально читаешь больше моего. Да брось, я прочитал одну книгу за хрен знает сколько времени. Я 16 уровня, но мне почему-то кажется, что если я посплю, я буду как минимум 17. Ладно, но я точно не буду 20. Давай тогда вот этим займемся. Замок боевого. Блин, хотя возле Коралла быть прям опасно. Давай сюда тогда сходим.
за замка Анвила. Так, а где бы мне поспать? Я, наверное, скажу в таверну. И там и посплю. Кстати. Дня новый надо поставить. Привет. Привет. Трактир. Привет. Разве в обливине при убеждении не нужно было просто тыкать в тот сектор, который больше всего закрашен? Нет, нам нужно определить, какой сектор минус дает, а какой в плюс. А тот, который больше закрашен, больше всего даст либо в плюс, либо в минус. И вот искать по этой рулетке. Нильфа Самелин, привет. Вот смотри, на примере просто расскажу. Конечно. Я уже с ним общался. Могу я заинтересовать тебя своими товарами? В целом, да. Слушай, давай я серебряных стрел у тебя еще куплю. 300. Я у вас... И, кстати, надо бы поставить стальную стрелу теперь. А еще можно эльфийскую. Давай эльфийскую поставлю. До свидания. Приветствую, граждан. Что ты хочешь? Привет. Мне нужна постель на ночь, но... давай покажу. Продолжай. Есть четыре сектора. Восхищение, шутка, угроза и хвостовство. Вот эта вот закраска... низкое означает, что если здесь будет минус, если он ему не нравится хвостовство, то меньше всего он уйдет в минус. Нажимаем, правда? Смотрим. Интересно. Плюс, ему нравится. Нажимаем, смотрим, не в позже... минус. Нажимаем, смотрим, плюс, ох, минус. Пожалуйста. Значит, здесь плюс, здесь минус. Наша задача теперь вот здесь большие тыкать. Типа вот так. Мне понравилось. А вот здесь маленькие. Твоя лесть. Хотелось... Да что ты? Мне понравилось. Какая чушь. Отлично. Это просто слова. Правда? Интересно. Откуда это? Действительно смешно. Какая... Блин. Это просто слова. Вот он сложный. О, потрясай. Твоя лесть. Замечательно. Это просто слова. Твоя лесть. Отлично. Это... Потрясающе. Замечательно. Это просто мне. Твоя лесть на меня не действует. Не говори ерунды. Правда? Ты попу. Это очень смешно. Кобзец он сложный. Потрясающе. Да что ты? Блин, я не пытайся мной манипулировать. Правда? Ты попу. Мне. Какая чушь. О, потрясающе. Не сейчас, не по... Правда? Ох, пожалуйста. Вообще ты душный, дядь. Успокойся, ё-моё. Хотелось бы мне быть на твоем месте. Это очень смешно. Это просто... Не говори здесь ерунды. Правда? Интересно. Кривда, ё-моё. Да что ты? Мне... Да. Не сейчас, не позже. Никогда. Хотелось бы мне быть... Это очень... Какая... И очень тебе вниз. Не... День... Короче, деньги и в конце никогда... ты просто даешь хорошо ему деньги, и все. Вот, вот так вот это работает. Хотелось бы на твоем месте. Возможно, тебя смешно, заинтересуют, да, мои превосходные товары. Дай мне бутылочку. Я бедный очень. Дай мне 4 бутылочки твоего дешевого вина. Когда-нибудь я стану богатым и буду купать дорогое вино, пока нет. Спасибо. Я этого не могу сделать. Мне нужна постель. У меня есть свободная постель. Два. Я сниму эту комнату. О чем сплетничать? Говорят, что Иеронима Лекса больше здесь нет. Его перевели в Анвил. Этого не может быть. Угу, хорошо. Еще увидимся. Дал ему, блин, 300 золотых.
Купеческий трактир, комната. Чё, прошу прощения. Так, это моя кровать, да. Мед, оленина, картофель, редис, кукуруза, два куска оленины. Берем, красивенько пьем две бутылки вина, запиваем все это медом, кушаем картошечку, бахаем все это олениной, закусываем все редиской. Но, конечно, я забыл про кукурузу. И ложимся спать, красивые такие, классные, на 24 часа. У меня еще одно сообщение для тебя от Серого Лиса. Ты должно быть важная птица. Эмузай, что за сообщение? Серый Лис требует встречи с тобой. Ё-моё. Пожалуйста, иди в дом Ганредель в Чайдинхолле. Я что, понапродавал? Что? Добавлен задание «Споги быстрого Джека». Слушай, не знаю. Ой, ну ладно, Музай. Да укроет тебя тень. Давай, давай. Но я же не понапродавал ворован. Рома, признавайся, это твое влияние. Я же его не продал. When I'm in the cities, I have to keep an... I've reached my goal. I have fenced over 10,000 gold worth of goods. When I'm in the cities, I'll have to keep an eye out for another messenger from the Grey Fox. He could call for me at any time. I shall wait in the Imperial City if I want them to find me quickly. Вот, здесь как раз сказано, я достиг цели, и мне надо, короче, поспать в имперском городе. Ну, быть в городе, типа, чтобы он смог меня... найти. Ну и, соответственно, Музай меня нашел в трактире в имперском городе. Рад встрече, дружище. Твой подвал. Господи, не трактира. Я, кстати, не поднял уровень. Я надеялся, я посплю и подниму уровень. Ну вон оно как. Я вспомнила, как в первый раз играла, и ко мне после сна Люсьен пришел. Причем я тогда так и не поняла, кого невинного я убила. Да, ну вот нам тоже надо убить. Нам Люсьен уже приходил. Люблю собирать мухоморы в городах. Нет, не люблю. Дом Генредель. Серый Лис, это он. Присаживайся, пожалуйста. Дейзи. Я это Шмейзи. Не верьте тому, что там написано. Заходи. Нам нужно многое обсудить. Я не люблю, когда меня так вызывают. Ха! Мне не терпится выслушать твой план. Камень Савиллы открыл мне, что для воплощения моего плана в жизнь мне понадобится еще один предмет. Мне нужны сапоги быстроногого Джека. Это знаменитый вор, умерший около 300 лет назад. Легенда гласит, что его похоронили вместе с этими сапогами. Выясни, где похоронен быстроногий Джек, и принеси мне его сапоги. Ты сделаешь это для меня? Я хорошо заплачу. Вот ты ждешь этого серого лиса. Он такой, иди принеси сапоги. Ты сдурел? Ну, типа там, не укради что-то, а выясни, где... Да... А другие не могут этим заняться. Пойдем древние свитки воровать, заколебал. Да, я сделаю. Превосходно. Граф Имбельский, единственный наследник этого рода, которого я смог найти.
Его зовут Джагбен, и он живет где-то в имперском городе. Думаю, в доме этого графа ты сможешь найти что-нибудь, что наведет тебя на след. Джагбен Инбильский. Укроет тебя тень. Подожди, я сохранился? Да. А вдруг, серый лис, просто вдруг, я все это время делал все это, чтобы убить тебя. Я не могу встать. Можно встать, пожалуйста? Все, я... Чтобы убить тебя. Мне случилось напасть на члена гильдии воров, пока я не заплачу штраф. Мое членство в гильдии приостановлено. Ага. Я просто убил этого ублюдка. Он убил меня. Черт. Кепил, сидя возле Дейзи, видя, как она радостно крутит хвостом перед ним, и как Шмейзи за лесом грустно смотрит куда-то на второй этаж, представлял, как убивает серого лиса. Но он также понимал, так же сильно и хорошо понимал, что серый лис даст ему пизду.